нет, по мозгу. Законодательство не просто ремесло. Вместе с тем, ну, нужен был, безусловно, тот опыт, который приобрел. Конечно, он мне сейчас очень сильно помогает, потому что я знаю, как практик, как будет работать или не работать тот или иной проект. Но вместе с тем, значит, изучая досконально область, направление деятельности этого закона, конечно, появляются какие-то нюансы, которые нужно всегда учесть, потому что иначе это потом отразится на жизни людей. Это ответственность. Больше всего в жизни, и, наверное, самое сложное, это нести ответственность за принимаемое решение. Я думаю, что в стенах этого университета вы эти знания получите. Это не в каждом университете дается, но здесь это дается. Поэтому отсюда и вышло очень много руководителей. Да? Да, это совершенно точно. Ребята, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Да, ребята, не стесняйтесь, пожалуйста. Студент